Вы знаете, дорогие друзья, бывает нелегкая судьба у человека, но порою этой участи не лишены и песни. Например, всем известная легендарная песня «Смуглянка». Она была написана аж в 1940 году композитором Анатолием Новиковым на стихи Якова Шведова. В ней воспевалась девушка-партизанка времен гражданской еще войны. Но эту песню не принимали нигде на радио, сколько бы Новиков не пытался ее туда предложить. Ему говорили, что это легкомысленная песня на один день. Жизнь она обрела спустя 4 года благодаря основателю нашего коллектива Александру Васильевичу Александрову, который позвонил Новикову и попросил показать ему песни для новой программы «Александровцев». Новиков прихватил «Смуглянку» просто так, в числе прочих, на всякий случай. Но именно она понравилась маэстро. И уже 23 февраля 1944 года была дебютирована в концертном зале имени Чайковского. И лишь спустя 29 лет обрела всеобщую популярность, прозвучав в фильме «В бой идут одни старики». И сегодня она звучит для вас в современной аранжировке в исполнении группы «Александров Парк». Там смуглянка молдаванка собирает виноград. Я краснею, я бледнею, захотелось вдруг сказать: встанем над рекою, зорьки летние встречать. Раскудрявый клен зеленый весны зной, я влюбленный и смущенный гектар. Отвечала парню Влад, партизанский, молдаванский, собираем мы отряд. Нынче рано партизаны дом покинули родной, ждет меня дорога партизанам лес густой.